еще одна аллея, собственно говоря, этого. Вот у нас стоят истребители. И тут дальше, так сказать, аллея МИГов. МИГ-29. В коричневом костюме он. Аллея МИГов. МИГ-29. Кроме МИГа-29, что у нас тут еще есть? Там у нас стоит МИГ-27. Где у нас дальше? Тут со стороны пассажирские самолеты. Что, идешь поздравлять? Да забей. Вот. Вот он у нас как бы это самое. МИГ-27. Дальше идет подборка МИГов 23 в разных модификациях. Вот у нас раз МИГ-23, вон у нас два МИГ-23. За МИГами 23 очень хорошо просматриваются характерными своими носами МИГи 21, а дальше еще более характерные МИГи 17. Такая вот скромная, так сказать, коллекция. Это мы уже видели, Як-28. Вон наш стоит Ил-76, вот он, такой вот истребитель-бомбардировщик МИГ-27, да, МИГ-20. Светик, что это было такое, ты не знаешь? Вот. Так, зачем, потом не отмоешься. Да, вот он. Чем отличаются истребители-бомбардировщики? Вот обыкновенного истребителя фронтового МИГа-23 можно увидеть на носу специальные системы наведения. И все равно крыло с изменяемой стреловидностью. Вот он, МИГ-23 в его родном, так сказать, варианте истребителя фронтового. Непонятно, конечно, кого там собирались истреблять, но факт остается фактом. А вот дальше пошли МИГи 21. Выглядит как живой, со снятым. Да, вон там вот вдалеке, на второй аллее стоят Су-25. Ил-86, вон 23, вон там вся семейка в сборе побегла куда-то. Еще. Вот он, 21 МИГ. Многоцелевой истребитель. О, Ан-2, надо же, Ан-2. С ума сдуреть, кукурузник. В пассажирском варианте. Когда-то люди на них летали в маленькие городки вместо маршрута. Кстати, неплохая идея восстановить такое сообщение. Как вам маршрутка советских времен? Ой, безумно понравилось. А что, ты смеешься? А вот когда-то в Белую Церковь, ну, таких можно было прилететь. Здесь, серьезно, полчаса вот полет. Спасибо моей маме, что она родила меня только в 83-м году. Да, я когда-то летал даже. Вот, а это МИГ-21, причем, судя по его внешнему виду, это какая-то хрень типа разведчика. Это красивый самолет. А, это самолет-мишень. Да. Самолет-мишень у нас. Так, вот оно. Вот оно, МИГ-29 вдалеке стоящий. И красивый стреловидный. Серебряные стрелы, как их называли. Гроза американских сейбров. МИГ-17 и МИГ-15. Так вот, ну и на этом мы заканчиваем нашу экскурсию. Все, старые макеты аэроплана на самом деле. Никто таких нет. А скорость, кстати, очень забавная. Даже не написано. А, написано 144 км в час. С ума сдуреть. У меня машина в два раза быстрее ездит. Вон там они.
Вот оно. Вот такое вот оно все. Вот. Народ фотографируется. Светик. Анжел, а вы куда? Они пошли под тот самолет. А мы это самое. Драхнахостен. Конечно, догонят еще. А что там? Мы же там были уже. Вот общая панорама. Сейчас мы зайдем на ступеньки и с высоты ступенек посмотрим, что у нас там такое есть. А очередь по-прежнему толпится возле входа. Вот так вот еще раз панорама первой площадки. Вот оно такое все. Наконец-то же 125. Увидел живьем? Да. Вот. Ну, собственно, на этом наша экскурсия и заканчивается.